Рад вид. У тебя и... Ты? Твоя цель открыта? Что придумал? Мне... Ты? Здесь мне точно не рады.
Покупай смело, есть еще. Ты купаешься с умом. Станешь сильнее, чем прежде. Мне пора. Навстречу волнам! Парус поднять! Thank you.
Ты ведь Эйвор, из Детей Ворона. Я слышал, что ты здесь. Надеюсь, ты не думаешь о войне? Я всегда думаю о войне, король Харальд. Но ты мне вовсе не враг. Рад слышать. Победы в Англии утолили твою жажду завоеваний? Спроси лет через 10-20, когда весь остров будет в нашей власти, а люди забудут имя Альфреда. Так что ты здесь ищешь? На моей земле? Хочу поговорить о Стюрбьорне. Он мой друг и мне как отец. Прошу, позаботься о нем на закате его дней. Он достоин чести, почтения. Пусть он умрет, как подобает. Я сделаю, что смогу, ибо он был мне верным помощником. Но могу я далеко не все. Человек должен заботиться о себе. Справедливо. Просто присмотри за ним. А если он сам себя погубит, пусть это бремя ляжет на его плечи. Да. Договорились.
Я не этого ожидал. Вот они, аномалии. Посмотрим, что
Мать, отец, священный голос. Я говорила с ними. Они заверили меня, что успех обеспечен. Наш народ переживет катаклизм. Шесть раз они пытались спасти нас, ни разу не удалось. Прости мои сомнения. Мать попытается в седьмой раз. Ее замысел опасен, но она уверена в нем. А что говорит отец? И голос. Они стали слишком молчаливы.
Фрагмент древних воспоминаний.
Сильный Сюнин. Осмотрись вокруг. Thank you.
Кунгур Олгар Крайкин. Поднять парус! Бойте, вороны. Нужна история. Одна женщина по имени Наль привела корабль в Форнбург и пожелала видеть конунга Сигвальди, отца Стюрбьорна. Можем продолжить позже. Нужно быть осторожнее. Спасибо.
У тебя есть? Есть ли? Твоя цель. Что? Да. Нападут, как только увидят.